слава, понимаешь, как короче, блин, как мы там шли, действительно хорошие поля. Но мы натерпелись там. Это первый день, когда приехали, без баптанцев. Зарядка для хвоста. Ну, это один кулуар специальный такой для тех, кто с утра гимнастику не сделал. Лес. И вот по такому пейзажу спуск, конечно, это невозможно описать в съемке. Это надо чувствовать и ехать. Граждане сегодня катаются. Прекрасная погода. Очень хороший снег идет. 30 сантиметров. И главное, все в кайфе. Thank you.
Вниз, вниз, вниз.